Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Все мы прекрасно знаем, что за последние десятилетия численность нашего населения неустанно растет, увеличивая и так без того существующий ряд проблем, связанных с голодом, здравоохранением и экономикой. И это при том, что ежегодно выбрасывается около 33% всех производимых продуктов питания во всем мире. Вы только вдумайтесь в эти цифры! А еще вырубается слишком много лесов для расширения пахотных земель, израсходуется пресной воды, что в свою очередь уже наносит непоправимый ущерб многим сельскохозяйственным регионам, в том числе и Южной Америке. Одним словом, проблем много, и чтобы их решить, нужны современные технологии с IoT-датчиками, которые позволят не только сократить перерасход многих ресурсов, осуществляя, например, как точечный полив, так и расход нужных удобрений, необходимых для обогащения выращиваемых культур и их полноценного роста в целом. Но, увы, менее 3% фермеров располагают инвестициями для внедрения всех этих новшеств, присущих Агро 4.0. Решить же данную проблему предлагает наш сегодняшний проект под названием Green Crypto Corporation OU, базирующийся в Эстонии и стремящийся создать полноценную экосистему с прорывными технологиями, применяемыми в сельскохозяйственном секторе, и стать своего рода эталоном для разработки и поддержки безопасных и устойчивых продуктов в мире. Стоит отметить, что в системе будет работать свой платежный токен Green Gold Coin, который будет не только поддерживаться технологией блокчейн, но и развивать технологию Agro 4.0. Однако присущая модель развития самого проекта подразумевает создание и многих других токенов безопасности, присущих каждому отдельному проекту, направленному на поддержание того или иного сектора. И первым токеном, запущенным компанией, является Avocado Coin. Да-да, токен назван в честь самого популярного фрукта во всем мире, а также основан на смарт-блокчейне 4.0 и готов способствовать устойчивому выращиванию авокадо в Мичоакане, Мексика. Обращу ваше внимание еще и на то, что Мичоакан производит аж 8 из 10 авокадо в Мексике и аж 5 из 10 авокадо, потребляемых на мировом уровне. Не знаю, как вас, дорогие друзья, а меня все это крайне впечатляет. Особенно учитывая тот факт, что площадь выращиваемых авокадо в регионе составляет аж 196 тысяч футбольных полей с рыночной стоимостью в 2,5 миллиарда долларов США. Но как бы здорово сейчас это ни звучало, все же с развитием данного сельскохозяйственного направления связано очень много проблем, в том числе и с вырубкой лесов для расширения садов авокадо, а также ежедневное потребление пресной воды, которая составляет 9,5 миллиарда литров в день, что эквивалентно аж 3800 олимпийским бассейнам, от чего лично я в полном шоке. Я, конечно, люблю авокадо, но никогда раньше не задумывалась, сколько всего нужно для его производства. Да и вообще, как заявляют многие чиновники того региона, уже сейчас наблюдается явное нарушение климата и исчезновение многих видов флоры и фауны из-за чрезмерной вырубки лесов. Таким образом, мы понимаем, что агросектор нуждается в новых инструментах и технологиях, которые позволяют не только поддерживать производительность авокадо, но и использовать ресурсы планеты максимально рационально, исключая их перерасход и прочие негативные воздействия на окружающую среду. Но при чем тут Avocado Coin, быть может, спросите вы, на что я с радостью отвечу, что именно с его помощью разработчики намерены внедрить технологию блокчейн 4-го поколения, а также IoT-датчики, которые будут собирать всю важную информацию по состоянию растений, почвы, влажности воздуха и прочим параметрам. Плюс, инвестируя в Avocado Coin, многие проекты, компании и люди смогут приносить огромную пользу обществу, и причем делать это максимально безопасно, надежно и прозрачно. Что же касается других деталей и особенностей данного проекта, то создан Avocado Coin на базе блокчейна Solana с начальной суммой предложения $1000 США за один AVDO, что, как по мне, уже немало. Более того, как вы уже, быть может, заметили, публичная продажа токенов уже активна и продлится она еще чуть больше 50 дней. Поэтому прямо сейчас у вас есть отличная возможность приобрести себе данные токены и внести тем самым свой вклад в развитие всего Agro 4.0. И да, как мы видим, токен доступен для покупки на многих популярных биржах, причем как CEX, так и DEX, либо же сразу через доступный мобильный кошелек, скачать и установить который вы сможете уже прямо сейчас,
Однако, как бы там ни было, прежде чем его себе приобретать, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с целым рядом доступных технических документов, скачать которые вы сможете прямо сейчас, прямо на главном сайте avocadocoin.com или же перейдя по ссылкам, указанным в описании под этим видео. Также на сайте представлена команда, она, как вы видите, открыта и не скрывается, что уже лично у меня вызывает доверие и уважение. Плюс у avocadocoin уже есть целый ряд именитых союзников, стремящихся изменить наш мир к лучшему, среди которых мы наблюдаем не только Forbes, Nokia, Solana, но и многие другие популярные компании, что опять-таки не может не радовать. Одним словом, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на все официальные социальные ресурсы проекта и следите за его новостями и обновлениями, так как уверена, в ближайшем будущем их будет еще очень и очень много. Ссылки на соцсети я, как всегда, оставлю в описании. А пока пишите в комментариях, что вы думаете об этом выпуске. Да и вообще, как считаете, получится ли у avocadocoin решить существующие проблемы или же нет? Что ж, ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже завтра. Хорошего всем дня и пока-пока!